Туда налей, там еще, знаешь, сколько туда войдет. Нихуя не размешалось. Ну, насчет попробовать пока рановато, конечно, хотя смотря где. Ну, мы все-таки по московскому времени живем, а вот доброй ночи, я, конечно же, говорю, потому что сегодня мужики гуляют. Хорошо, холодильник нахуй. Вас это запретит сделать. Меня зовут Гебляев, в ближайшем будущем. Родра, я в персонаже из Гатинске и Марина Хрисова. Пошла с нами. Компания. Прямо сейчас группа на нас. Здесь делаем стихи. Прям царима Зинаида. Да, тут мне еще ее даже нечем закрыть. Да, она не поднимется там. Да, может поднимется. Оставляю записи? Да, да, оставляю сейчас. Пенис она засохнет. Растет. На камере хорошо видно, прямо она поднимается. Я боюсь, ее разогналась-то, я тоже смотрю. Ну, ща будем ей говорить, уходи, пена, уходи, бля. Блинчик есть, если что. Ну, чувствую, что-то меня тут уже поднялось. Не-не, на море он там это, начинает расходиться. Лопает свит, смотри, отрывы. Все, видимо. Снимай вообще. Сколько, кстати, прошло там? 4 минуты? 4:36, 4:37. Ну и сначала, с момента замеса. Мало-мало еще, подожди. Ну сюда еще заливать. Ну там много было. Ну если туда налить полностью, то будет заебись.
бля, лезет, сука. Бля, тепленькая, сука. Ну, с моей стороны тепленькая. Нет. Не уходи. Я поднимаю, блядь. Я что-то проебланил. Ну, что это, блядь? Сволочь какая. Бежать хотел, блядь. Нет, там, я думаю, пустота, да, вот, еще. Да, вот тут ее поднимает. Да сейчас сдай, под него, короче. Да все, даже не это. Ну все, начала засыпать. Проебанил, короче, момент. Тут прям горячая. Я основная пена была. Ульчик моя. Сейчас ты не слышишь. Готово? Да, вот. Но она еще не до конца сплотилась, может, из того. Нет, совсем не сплотилась. Сейчас, погоди, я подниму. Давай. Короче, как остынет, можно будет пользоваться. Красота. Все.